Всем привет, с вами Арицу, и мы продолжаем играть в игру «Твой черед умереть», и давайте продолжим наше расследование, и на чем же мы остановились. А, это вроде игровая комната получается, да? Но что здесь конкретно игрового, я не понимаю. Хотя это следующая комната после игровой, так что не знаю. Что-то мы ищем. Непонятно что пока что. По-моему, здесь со всеми уже говорили, и давайте вернемся, и в красную комнату мы не можем дойти. Окей. А, блин. Никто нажал. Столько кнопок приходится нажимать, чтобы выйти куда-то. Два неизвестных места еще. Пойдем первое. Какой-то бар. Есть зеленый торговый автомат. Кажется, что продают напитки, но у меня нет денег. Спасибо за то, что держишь в курсе. Похоже. Да, похоже на бар. Это то, что я хотел сказать только что. Кажется, что здесь много алкоголя, но. Ты несовершеннолетний, так что остерегайся, Миссара. А тебе лучше не пить подобное время. Тебе также лучше не пить подобное время, Сол. С другой стороны, некоторые могут сказать, что нет лучшего времени выпить. Ну, правда, да. Окей, что здесь есть? Различные алкогольные напитки. Напитки не кажутся особенно примечательными. Окей. Гины сумасшедший ученый, хотел сказать, но он всего лишь учитель. Доска. И семена на доске могут пить. То есть, это кто-то заранее уже написал или кто-то из наших имена, да? Элис, не думаю, что я видел такое имя из наших, кто здесь есть. Здесь уже столько имен, сколько нас всего, но некоторые из них мы не знаем, так что, возможно ли кто-то из них должен был тоже быть здесь, но по какой-то причине не попал. Есть тоже один Семён, но... Может ли быть, что они прям... Они все провели испытания? Что-то это... Что стало с сестрой Канны, если... Тут тоже много людей, которые не попали, но они, наверное, провалились парами. Хотя, я не знаю. Некоторые не приходили парами, или, по крайней мере, они не говорят, что были в парах. Ну зачем всем врать тогда, что они не одни пришли сюда? Я не вижу в этом смысла. Они могут пить, то есть они совершеннолетние. Кай, Казуми, это вот, это, наверное, он. Кейджи, Соу... Река и Кутаро, окей. Не могут пить. Кана, Гин, Сара, Джоу. Джоу. То есть здесь 4 несовершеннолетних получается. Я не уверен, сколько... Не уверен, какой... С какого возраста, точнее, совершеннолетие начинается в Японии. Это же, наверное... Там действие происходит, так что, блин, сколько им лет получается? Я загуглил в интернете, получается, 20 лет совершеннолетия в Японии наступает.
то есть нам 20 лет точно нет. Даже 20, окей. Наши имена и имена каких-то незнакомцев тоже. А не говорите мне, люди, которых мы не видели здесь, они... Опять же. Мы не знаем. Гин ищет на уровне... На нижнем уровне. Бары просто полны алкоголя, мяу. Но для этого они, собственно, нужны. Ненавижу алкоголь, уф. Я ненавижу своего пьяницу отца больше, мяу. Окей. То отца есть плохая причинка выпить. Он надоедливый, уф. Когда ты пьешь, ты должен убедиться, что тебя не поглотит. Я тоже в возрасте, когда я могу пить, но я буду я пытаюсь быть осторожным. Окей. Профессор Мишима расследует каждый уголок комнаты. О, мисс Сара. А ты встретила какие-нибудь опасности? Пожалуйста, скажи мне, если тебе нужно что-нибудь нужно. Мисс Сара, окей. Почему все называют меня мисс? А, я чувствую, что здесь что-то на этой стороне прилавка. Двинуть сиденье с дороги. А, раздвижная дверь. Окей. Раздвижная дверь, давайте откроем ее, чтобы с ней делать чего. Вы откроем ее, наверное. Yeah. А, не открывается. Ай, слишком слабый. Я очень сомневаюсь, что я смогу открыть это. Она, в смысле, как-то застряла или она просто на замке закрыта? Я знаю, кто может попробовать открыть ее. Давайте спросим его. По-быстрому. Здесь кнопок приходится нажимать, опять же. Ну, кажется, что здесь нет никаких камер наблюдения. Окей. Похоже, что всему свое время. Когда-нибудь это снова всплывет. Последний коридор остался. Тем временем. А какая-то столовая. Это, кажется, похоже на кафетерий. Окей. И интересно, если... Похитители нам так говорят, что нам говорят, есть здесь. Дротик. И... Знак у дротика, зажигалка, не уверен. Получен маленький дротик. Он маленький, но выглядит дорого. Кончик острый, так что будь осторожен. Спасибо за беспокойство. Что-то на столе. Зажигалка. Это дорогая зиппо-зажигалка. Зад кафетерия. Черная комната. Какая внушительная атмосфера. А, это красная лампа загадочная. Жуткая. И не думаю, что у меня есть мужество, чтобы зайти в ту комнату. Ну, наверное, я смогу зайти туда. О, она не закрыта. Что нам делать, мисс Сара? Мы пойдем внутрь? Наверное. Просто особо выбора нет. А, вот как... Какое совпадение, мы нашли куклу. Загадочное плюшевое животное. Вентиляция в форме сердца на стене. Ну, самое очевидное, давайте нажмем. А, тело куклы в одежде стоит рядом, стоит у стены. А, она не собирается двигаться, не так ли?
Может ли это быть связано с с головой в коробке? Может быть использовано как тупое оружие? Это что это за... за мысль вообще такая? Очевидно, что это как-то связано с головой. А ты помнишь, что у нас записку, которую Кейджи прочитал? Найдите тело. А, верно, там была эта записка. Интересно, если... голова куклы из коробки может быть соединена с этим телом? Ну, если мы не проверим и не узнаем. А что-нибудь произойдет из-за этого? А, может быть, что немного страшно. Да, верно. Давайте, давай поищем вокруг еще немного сначала. Как он странно себя ведет. Окей. Что я хотел еще... хотел? О, стоп. Что-то лежит рядом с плюшевыми животными. Какие-то получены пули, еще пули. Эти чувствуются довольно легкими. Эй, дай мне посмотреть на эти, на них. А, это игрушечные пули. Игрушечные? Они как игрушки, если... засунешь эти в оружие, они не выстрелят. Так что они не настоящие пули. Да, в любом случае они безопасны. Я знаю, давай... давай дадим Кейджи посмотреть на них. Он должен быть более компетентен, чем мы. Так что он может скажет нам что-нибудь. Окей. Я надеюсь, мы... надеюсь, они дадут нам какую-нибудь улику о преступниках. Окей. Наверное, больше мы ничего там не найдем. Идем. Давайте первым сразу дротик сунуть. Дартс. Должна я скинуть дартс. Окей. Я сила кинула мой дротик в сторону цели. Внезапно сильный ветер подул сверху, и дартс пропал в темноте. Потерян дротик. О-о. Какой позор. Ноль очков. И все? А могу выстрелить в него? И чё, всё, конец? Я потерял дротик? Неловко вышло, ну ладно. Надеюсь, это ничего важного не было. Эй, Сара, ты нашла что-нибудь? Нет, здесь еще много чего я не понимаю. Что особенно странно для меня, это как... то, что здесь было оружие и пули в этой комнате. Какое значение может быть у того, что похитители дают нам оружие? Явно ничего хорошего.
Может, они хотят сделать разлад? Разлад? Оружие, которое дарует одному человеку преимущество. Кто бы хотел передавать это кому-нибудь еще? Ну, ты буквально только что сделал это. Ссоры из-за оружия? Да, это возможно. Но у нас здесь старый добрый Сара с нами. Так что не попадемся в эту ловушку. Почему ты мне веришь так много, так сильно? Потому что ты милая. Серьезно, ты детектив? Блин, для детектива он слишком... Слишком какой-то... Не знаю. Не похож на детектива. Кейдж специально вел всех к тому, чтобы поверить мне. Интересно, почему? Не ожидала, что ты ответишь на комплимент с такой... Таким подозрительным взглядом. Он точно Кейдж, я нашла эти... игрушечные пули в кафетерии. А, что это такое? Передать... игрушечные пули Кейджу. Они похожи на улику. Я проверю их. Теперь, что же делать, пока он следует? Расследует. Вернемся назад. Наверное, я поищу где-нибудь еще. О, Сара, подожди секунду. Да? О-оу. Перед тем, как покинуть комнату, я развернулась и... А? Мисс Сара, ты не идешь? Какого? Мисс Сара, ты в порядке? Железная решетка появилась перед дверью. Разделяй меня от Соу. Мы были заперты. Он не открывается, я хочу что-нибудь, чтобы открыть ее. Ну, это и правда плохо. Сара, ты ранена? Нет, я в порядке, но... Черт, это ловушка. Кто знает, что произойдет? Путин стороже. Ну, не надо себя так беречь. Ва? Чей голос это был? Ага, не парьтесь в деталях. Я мастер этой комнаты, вы можете звать меня мейстер. Портрет говорит, да? Окей. Заметили, как внезапно все это началось, и Соу пропал куда-то? Вот так вот внезапно исчез. Типа дверь закрылась прямо перед ним. Ага. Окей, все больше подозрений на него падает. Давайте перейдем к этому. Позвольте мне объяснить правила следующей игры. Окей. Оно. Видимо, игра начинается по-настоящему. Правила? Ну, конечно. Будете ставить свою жизнь, даже не зная правил. Ты правда крутой, ну, чувак. Поставить мою жизнь? Это правило легкое. Сейчас здесь 5 человек в этой комнате, верно? Посмотрите вокруг в комнате. Здесь 4 свободных сидения. Один будет испытуемым, и остальные 4 будут сидеть и будут целями. Целями? Целями чего? Ну, я дал вам это крутое оружие в этой комнате, не так ли? Мы будем целями для револьвера? Окей. Как эта игра будет... Как мы будем играть в эту игру? Это довольно необычная игра. 4 просто так сядут в комнате, сядут на сиденье и будут целями. Сами по своей воле. И какие правила у этого? Определенно здесь не будет исхода, где никто не умрет. И он опять слишком спокоен. Что будет, если...
если он сейчас проиграет в эту игру. Естественно, обычная смертельная ловушка это просто это так старомодно, не так, понимаете? Но видите ли, сначала вам нужно будет решить, кто будет испытуемым для меня. Ты говоришь нам решить, кто будет стрелять, не зная, что это за игра? Кто захочет быть целями? А, будет ли испытуемый безопасности? Да, только целим. Только цели почувствуют, смогут почувствовать острое ощущение. Какое разочарование? А, понятно. Сара, могу ли попросить тебя быть испытуемым? Что? Не шути надо мной. Ты не можешь решить это все на сам по себе. Опять его дурацкая улыбка. Я предполагаю, что это может быть не... ненормально заставлять молодую девушку держать оружие. Я сам за это. У Сары чистая голова. Ну, Сара, ты уверена? Блин. Так, все быстро решили, серьезно? Двое за, двое против. О-о-о, кажется, я знаю, куда это идет. Уверена. Уверена или нет? Если скажу, что нет, они все равно как-то должны решить будут. Блин, давайте, ладно, давайте. И, блин, опять сзади все темно стало. Джо. В том испытании он сделал то, на что я рассчитывал, он сделает. Теперь он просит у меня. Я справлюсь с этим, определенно. Пожалуйста, позвольте мне сделать это. Ни за что, я не могу позволить это. Не то чтобы я не верил тебе, просто не думай плохо обо мне. Давайте проведем голосование. Возможно, это лучший путь решить это. То есть у каждой игры здесь будет до этого голосование. Но, блин. Сначала нам говорили, что я думал, это будет более важно, чем вот это. Просто мы решаем, кто будет играть в эту игру. То есть... Я думал, это в этой ловушке, которая мы вообще здесь есть, основная игра будет это голосование, а не как это, типа, 4 сидения, 4 цели и как мишени. Почему не обсудить это и затем провести большинство голосов? Да, может быть, это может быть единственный путь. Верно. Ладно, давайте сделаем это. Поговорите со мной, когда вы готовы, я буду стоять здесь. Он буквально стоит здесь, прямо у меня. Окей. Вы готовы к обсуждению? Окей. Я всегда на твоей стороне. Спасибо. Определите испытуемого. Окей. Ладно, давайте решим, кто возьмет роль испытуемого. Когда мы определимся с нашими мнениями, мы проведем голосование в конце. Сара, ты знаешь, что ты уже... в чем дело? А покажи Кутару, что делает тебя... достойно верить. Окей.
Мы должны выбрать того, кому мы можем верить, как больше всего, чтобы быть испытуемым, я думаю. Выбрать тему. Это все-таки странно довольно. Нет, здесь нет выбора. Нет возражений, верно? Так, давайте обговорим это. Прямо к теме. У меня был опыт с оружиями, так что оставьте испытуемого на меня. Это правда? Да, я ненавижу ложь. У меня правда было знакомство со стрельбой, когда я был в Соединенных Штатах. Так что ты говоришь, что у тебя были тренировки? Окей. Я тоже буду краток. Кутара, даже если у тебя был опыт, я не могу верить тебе. Интересно, почему? А, правда? Извини. Настроение, значит, стало напряженным. Я не могу решить. Мне больно оставлять всю ответственность на Миссару. Она будет в порядке, у нее остальной разум. Просто зовите ее Стальной Разум. Стальной Разум? Не зацикливайтесь на этой части. Ну, Сара, ты можешь придумать какие-нибудь опровержения? Опровержения. Я сама немного могу сказать, не так ли? А я подумаю об этом. Спроси меня, если не уверена. Это все довольно очень странное. Голосование, блин. Не то, что странно, просто непривычно. Это какой-то концепт. Спроси меня, если ты не уверена, мы поговорим об этом месте. Но не обязательно решим это. Окей. Предмет. Револьвер. На кого можно использовать револьвер? Для него. Экстракт. Многие люди в этой стране могут справиться с оружием. Мой опыт ценен, не так ли? Мы не знаем последствий этой игры. Но если она требует опыта с оружием, тогда да. Я не думаю, единственную мысль без того, чтобы сохранять собственную безопасность. Я лишь рассчитываю лучший путь победить в этой игре. Я понимаю, что ты говоришь, но вам, ребят, нужно подумать об этом рационально. Это не то, чтобы мы тоже не то, не думаем, окей? Я с ним поговорил. У нас нет достаточно времени. Времени построить доверие. Именно. И все же кажется, что ты сильно не доверяешь Миссаре. Ты можешь сказать так? Если я могу сказать свою интерпретацию. Возможно, это потому, что Сара и Джо знакомы.
Потому что эти двое могут ручиться за друг друга. Ты решил, что им можно доверять, верно? Я похож на то, что... На того, кто так продумывает. Это довольно шокирует. Это просто интуиция, я уверен в своем глазе в глазу для людей, на людей. Понятно? Но есть часть, которая не достает твоей истории. Вот, да. Даже если я не уверен в том, что могу справиться с оружием, это также все же вопрос, кого бы я хотел. Кого бы хотел увидеть на этой роли. Конечно, здесь есть тот, кто может подходить на подобную задачу. Но по какой-то причине он не представляет себя как кандидата. Я про это. Угу. В любом случае, если он отказывается, у меня нет желания спрашивать его. Как озадачивает? Джо остался. Ну, Сара, ты можешь... А, да. Не выглядит такой нервный. Включи свое обычное уверенное поведение. Кто ты думаешь, я такая? Крестный отец старшей школы сына Бена. Можете думать об этом серьезно? Не знаю, как возразить, я не знаю, как получить доверие. Окей. Тяжело заставить всех сказать всем, чтобы верить, чтобы они верили мне. Я просто обычный студент старшей школы. Верно, думаю об этом логически. Логически. У тебя нет много оснований, на которые можно стоять, Сара. В таком случае, как насчет... Решить мнение заявлениями двух человек? Решить? А, да, поставить противоположные высказывания против друг друга, чтобы продвинуть обсуждение. Как ты говоришь... Занять слова других. Я попробую. Управление. Нажмите VS, чтобы поставить чьё-то высказывание против другого человека. Высказывание другого человека. Если высказывания конфликтуют, обсуждение будет продвинуться. Слишком много всего. Я не думал, что прям... Так все глубоко будет с этими механиками и все такое. Что ж, блин, думаю, продолжим уже следующее счастье. Пробуем новую функцию конфликта. Все довольно сложно, блин, а столько думать приходится сразу. Ну что ж, и всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся с вами в следующем видео и всем пока.